Турции вслед за Твиттер отключили YouTube. Причиной власти назвали публикацию на портале записи разговора с секретного совещания по безопасности. По данным СМИ, судя по записи, на совещании обсуждалась возможность военной операции в Сирии. Прокуратура возбудила следствие по обвинению в шпионской деятельности. По-прежнему остается блокированным и другой интернет-ресурс Twitter. Через него распространялись ссылки на компромат на премьера и министров, что могло сильно ударить по их репутации и репутации правящей партии в преддверии муниципальных выборов 30 марта. Я использовал Facebook и Twitter годами, и этот запрет шокирует. Мне все это не нравится, вызывает опасения и больше всего беспокоит, если его правительство выиграет выборы. Интересно, как далеко они зайдут, ограничивая нашу свободу. Сначала Twitter, теперь YouTube. Что дальше? Facebook? Как далеко они зайдут и когда все это кончится? Несколько недель назад в Twitter, по данным СМИ, появилась запись, на которой якобы премьер-министр Турции обсуждает со своим сыном коррупционную схему. Тогда Реджеп Тайп Эрдоган назвал записи подделкой и обвинил ресурс в распространении лживой информации.